Так, всем привет. Что у нас сегодня? Выходные пока тут. Решил с газиком позаниматься. В общем, что тут получилось? Сейчас расскажем, да? Получилась такая ситуация, что, в общем, вот она помпочка снятая, да, с топливной. Ну, стояла она. Ну, там, короче, где-то там. Да. Тоже фильтра, не фильтра, там все другое ставил. Тут с РФа, с другого, ну, с того прицепа тоже на интерпидер прицеп, да? В общем, то есть вот с этого прицепа, да? Вот с интерпидера. Помпочку снял. Попробовать, думал, помпочка не работает. В общем, поменял все без изменений. Так же самое машина работает. В общем, что получилось, сейчас покажу, из-за чего машина плохо работает. Солярочка такая, что... Мама дорогая. Там уже остатки, правда, ее. Но все равно. А, да, у меня канистру уже сливал, сейчас покажу. Канистру. Да, вот такая вот, вот солярка. В общем, видно, да? Такая. Вот такие вот, в общем, дела, да? Сейчас соляру сливаю. Буду с присадками какой-нибудь заливать. Может, что поможет. Присадки какие-нибудь спасут. Все, то есть вот она помпочка, да? Вот ее поставил, сейчас топливо подключу только. Сюда вот на место чик. Ну ладно, тут планы немножко поменялись. Планы, короче, немножко поменялись. Сейчас поеду на КамАЗа профтрубу брать, балага на бок переделать буду, пока дождя нету. Вот надо с КамАЗом позаниматься тогда. Газель-то опять на второй план отходит. Так, КамАЗа завел. Стоим, конечно, в хорошем месте. Ладненько, сейчас прицеп отщелкнем. Так, ну что, съездил, все, в общем, понабрал профтрубы. Здесь уже одну профтрубу сделал, сварил. Вот, то есть, да. Они продаются 6-метровые, мне надо было 8 метров, то есть 2 метра наращивал еще на профтрубу. Вот эти стоечки сделал, то есть они поперек так вот будут, да? Ну, поперек кузова, который дугой не буду их делать, буду просто плоские делать. В общем, там как смотрел, такие варианты смотрел. У меня просто борта высокие, если круглые вот такие вот делай, да, дуги, то не получится. И такую профтрубу еще поменьше взял. Этот крутилку сейчас делать буду тоже. В общем, она будет заходить туда, вовнутрь вот этой профтрубы. Ну, профтруба, профтрубу заходить будет. Полагаю, чтобы наворачивать, да? Ну, сейчас включимся, покажем. Так, у нас тут снег начался. Ну что, в общем, вот так чуть-чуть поделал полок, вот так вот, ну, сбоку, сверху, да, такие пластины, все. Вот они, вот эти вот поперечины стяжки, которые я показывал, то, что нарезал, то есть он там, ну, вот видно, да, то, что вот она сделана. Ну и там тоже все, завтра осталось. Ну, в общем, завтра покажу. На сегодня хватит, завтра доделать буду. Что, в общем, ребят, балага, короче, не доделал ничего, да, там. Так, по-быстрому кинул, позвонили. Ехать надо, работать. Вот. Тоже пока до Нового года недолго осталось, перед Новым годом еще работнуть чуток надо, да. Так, ну все, до загрузки добрался. Так вот, грузят. Ну, опять такие же самые трактора.
попозже колок сниму, как получился, все сделал. Ну, то есть, как завернул, все свернул. Гружусь опять кукурузой. Да. Ну, а такие погрузчики грузят. Тракторанки. Так, ну все. В общем, до выгрузки добрался. На яме вот такая ситуация у нас, да? То есть сегодня можно выгрузки не ждать, работают до 4 дня. Так, вот я стою возле ямы, да? Смысл в том, что сейчас время 3. Смысла ждать, стоять я не вижу. Сейчас пацаны разгрузили, сейчас машину закрываю, короче, тоже домой еду, все. Так, ну вот на моечку заехал здесь. Вот она, да, мойка. Сейчас искупаемся. А то уже мощи нету. Да. Камбас из качушка вообще. Полага висят. Ну все, разгрузился. В общем, все, сейчас помыться. Ну, вон налет какой. Ну, сзади тоже так же самое. Так, издалека запечатли, да, какой он был грязный. Сейчас после мойки потом выйдем, как диски блестеть будут, да, там. Все, посмотрим. Так, ворота открыли. Все, сейчас ключ на старт. Да. Завелись. Ждем, сейчас выйдут, и мы заезжаем где-то. Так, после посолка все, ребят. И отражает. Вот пеной домашка дали. Пеной домашка дали, вот нормально, да, было. Все, помылся. Теперь Колян следующий на очереди, да, на мытье. Нормально, да. Давненько вот таким не был. Тоже, блин, все красили, да, перед уборкой. Все зацвело, весь кузов зацвел. Там морда зацвела. То есть вот все. Опять красить, да, надо будет. Ну а так, в принципе. Вот что получилось, да? Вот так вот.